Визит депутатов в наш регион продолжается. Сегодня с рабочей поездкой в Жамбулскую область прибыла Нургуль Тау, секретарь Комитета социально-культурного развития Мажилиса парламента Республики Казахстан. Она осмотрела ряд объектов в области, ознакомилась с их состоянием. В частности, посетила общежитие двух высших учебных заведений. Все подробности далее. Это международный Тарасский инновационный университет имени Шерхана Муртазы. Общежитие новое, внутри светло, мебель и необходимое оборудование современные. Во время учебного периода здесь проживает около 400 студентов. Перед тем, как покинуть здание, депутат Мажлиса ознакомилась с работой охранной службы и подняла вопрос об усилении режима. Охранники прибыли всего за 7 минут, однако у них не оказалось оружия для борьбы с угрозами. Депутат заявила, что будет направлено предупреждение и составлен протокол на руководителя компании. Затем была изучена ситуация в общежитии номер 1 Тарасского регионального университета имени Мухаммеда Хайдара Дулати. В общежитии университета проживает 560 студентов. В настоящее время там проводятся текущие ремонтные работы. Депутат высказала свои замечания по поводу условий проживания студентов. Также была проверена работа охранной службы. На экстренный вызов охранники прибыли вовремя. Руководство университета сменилось в прошлом году. В течение года проделана работа, с которой я ознакомилась. Я считаю, что нужен современный менеджмент. Важно не просто побелить стены и покрасить двери, но создать условия, в которых студенты смогли бы отдыхать. В моем понимании, таким должен быть современное общежитие. Также в региональном университете состоялась встреча с молодежью на тему «Вейп – не развлечение для молодежи». В рамках визита также планируется ознакомление с этноисторическим комплексом Тектурмас и строительными работами комфортной школы, расположенной в массиве Шолдала. Риналь Рахматуллин, Руслан Сандыбаев, Айкон Акпарат.